Всем доброе утро! Я продолжаю предыдущий влог. Тот влог, который я уже сняла, я сейчас сажусь монтировать. Я уже помыла голову, девочки, по крайней мере, у меня волосы не как проволока. Хотя бы я, конечно, не уложила как нужно. До косметики вообще дела нету, я не знаю даже, где там ее искать. Так что я снимаюсь вот в таком натуральном виде, в каком есть. А дочь сейчас собирается прямой эфир пойти провести. А Денечка у нас сейчас сидит, и там нашли ему вот интересную игру, там с пластилином. В общем, он сейчас будет играться, и я надеюсь, не будет нас отвлекать от работы. Колбаска. А давай вот такой лепесточек можем сделать. Давай. Что это вы делаете? У нас вот такая вот паста-выжималка. Давай, клади сюда еще. Мы делаем макаронные изделия из разных форм. Это убирать. Давай. Все? Положил? Давай, закрываем. На, дави руками сам. Дави. Вот здесь смотри. Вот так. Давай. А я подставлю. Давай. Давай. Ой, какой цветочек лезет. Отрывай. Отрывай. Вот. Вот так. Молодец. Ручками отрывай. Вот. Давай еще открывай, ложи что-нибудь туда. В общем, короче, мои дорогие, открывай. Нашли классное занятие вот тут на кухне. Ну, я думаю, Дынечке на какое-то время вот это увлекательное занятие должно увлечь, надеюсь. Надолго его можно. Надеюсь, надолго. А то взрослые занимаются тут то одним делом, то другим. Да, а ребенку давай. Тоже нужно увлекательное занятие. Пока бабушка монтировала фильм, Денечка тут играл, немножко тут поразбросал. А сейчас он сидит в компьютере, смотрит там свои какие-то мультфильмы. Не знаю, что он там смотрит. В общем, бабушка закончила монтировать фильм. Скоро я вам его выставлю, чтобы вы его смотрели. Смотрите, как солнышко светит на стену. Видно вам, да? Сейчас солнышко повернулось. У нас западная сторона. И вот уже 4 часа дня солнышко поворачивается. И вот уже нам немножко тут освещает кухню. И одну комнату, и другую. В общем, классно. И самое интересное то, что солнце вот с одной стороны светит. А в этой комнате солнце, оно... светит на дом напротив, и от окон, от дома у нас идет как отражение, и у нас очень хорошо освещается эта комната, светло в этой комнате. Ну и в этой комнате тоже у нас светло, тоже солнышко попадает. В общем, все помещения у нас светлые, это здорово. Ну а бабушка помыла голову, голова теперь чистая. Приятненько, простылая, мои дорогие, нос мне заложен, так что не обращайте внимания на мой голос, который пропадает временами. Но мне хочется для вас что-то все равно снимать и рассказывать вам, что у нас происходит, освещать, как говорится, все процессы, которые у нас сейчас на данный момент происходят, потому что это необычная, так сказать, ситуация, вот в которую мы попали. Мы должны были переехать, нам обещали предыдущие работники закончить всю грязь до нашего переезда. Но мы переехали в срок, а они работу нам в срок не сделали. И сейчас эту работу переделывают, и эту плитку режут, и опять у нас штукатурят стену, уже заштукатурили. Но, в общем, все равно грязь, все равно пыль, и, в общем, приходится нам в этом жить. Ну, а голову я мыла в нашей новой ванне. И вот такой вот, очень такой какой-то хитрый у нас смеситель. Но, в общем, хочу сказать, что я бы, например, поставила бы смеситель обычный. Но я человек такой практичный, а молодежь у нас сейчас выбирает что-нибудь стильное, что-нибудь эдакое, необычное. Ну, в общем-то, дочке жить, ей пользоваться. В принципе, мне главное, чтобы вода текла и все. Чтобы хорошо текла вода и все. Хожу, ищу угол, куда пристроить камеру, чтобы в руках она у меня не дрожала. А то пишут в комментариях, что
почему камера трясется? Ну, девочки, трясется, потому что в руках. В машине ехали, тряслась опять-таки в руках. И вот здесь вот я, если держу камеру в руках, мне некуда ее притулить. Ну, видно, старая уже, наверное, поэтому руки у меня, наверное, трусятся. Так что, ну, что делать? Ну, приходится потерпеть. Вот сейчас поставила, Вову помыла, уложила плохо. В общем, ну, Лафаня такая вот страшненькая я. Сижу, читаю комментарии. Прочитала комментарии. Девочки, один комментарий написала девушка. Расскажите о своем бывшем муже, об отце ваших детей. Ну, эту тему я все время стараюсь обходить стороной, потому что, ну, не хочу я рассказывать. Честно говоря, рассказывать нечего. Я не буду об этом снимать какое-то видео отдельное. Рассказать было бы много. Можно, но не хочу, потому что я с ним в браке была недолго. Мы с ним развелись, когда дети были еще маленькие. И через некоторое время, через несколько лет после развода он умер. Его уже нет в живых 22 года. Но дело в том, что если я с ним развелась, у меня были на то причины, видимо, нехорошие, как вы понимаете, да, причины развестись. А о покойниках, ну, плохо говорить нельзя, а хорошего сказать как бы и не хочу, и мало чего хорошего вспоминается, вспоминается плохое только. Поэтому, знаете, как говорят о покойниках, либо хорошо, либо никак. Ну вот я предпочитаю никак. Поэтому вы меня об этом больше не просите, я об этом рассказывать не хочу, вообще, ну, не готова совершенно на эту тему говорить. Так что мы эту тему закрываем. Поговорим лучше о наших делах насущных. Всем доброе утро. Я утром выхожу на балкон, смотрю туман. Но туман действительно утром был. А сейчас уже видно, что солнышко вроде светит, но все равно туман. Я вышла на балкон, а тут у нас балкончик весь. Мало того, что запотел, еще и в пыли. Так что, в общем-то, там погодка оказывается хорошая. Но я на улицу сегодня не выходила, потому что я сижу дома. Я ждала рабочих, рабочие пришли, и они уже работают. А вообще, мои хорошие, я вам хочу сказать, жизнь налаживается, все нормально. Мы вчера уже купались в ванной, хоть там ванну еще немножечко не доложили плиткой, но там, где вокруг ванны, плитка уже обложена, все нормально, нам поставили, сказали, вы можете купаться. И, в общем-то, мы купались, и Денечку купали, и он доволен, он рад, он счастлив. А еще вчера приходил электрик, я не сняла, была занята, и, в общем-то, поставил нам в ванной еще розетки, там, где у нас будет стиральная машина подключаться, и, ну, и еще над стиральной машиной, там, где будем фен включать, в общем, там еще. Ну, электрик будет еще приходить, мы будем его вызывать по мере необходимости, он будет нам что-то еще делать и устанавливать. И, кстати, он нас поконсультировал, как нужно будет, где нужно будет штробить, когда мы захотим уже ставить кухню. Но это уже будет отдельная тема, это будут пылюки лететь, он нам сразу сказал много. Так что мы еще это обдумываем, это еще в перспективе у нас. Вот, девочки, наша ванна. И вчера уже купались. Тут, видите, Денечка игрушек понакидал. Так что мы тут вчера купались. А то вы спрашиваете, как мы моемся, где мы моемся. Но у нас уже была возможность вот в воскресенье искупаться. Ну и вот, смотрите, розеточки нам поставил. Вчера электрик приходил. Ну, я его не сняла, дочка его снимала. Он еще будет приходить. Вот, а здесь у нас плиточку еще положили, где будет сушилка, полотенцесушилка в этом месте будет. Ну, тут уже, в общем-то, в принципе, осталось совсем чуть-чуть в ванной доложить плиточку. И в туалете плитку сейчас кладут. В общем, жизнь налаживается. Ну, опять у нас немножечко беспорядок. Но ничего, ребята приберут потом. А вот мне интересно, что моя дочечка скажет по поводу моих 10 тысяч подписчиков? Поздравляю! Ждала вообще прям. Я старалась, сильно. Мои хорошие. Да. Радуется, в общем, и да, уже меня. Давай скорее им конкурс сделаем. Я говорю, сделаем, обязательно вот сейчас подберем, чтобы разыграть. И сделаем, чтобы было 3 победителя, чтобы каждому, ну, как можно больше, да, вот, чтобы досталось что-нибудь приятненькое от нас.
Да, дочечка мне поможет провести конкурс, организовать подарочки. И будете вы с подарочками. Да. Вот. Но я очень рада, очень счастлива, что просмотры увеличились, что подписчики увеличились. Значит, вам все-таки нравится новый формат, в котором значит, я стала снимать. Значит, я все-таки нравлюсь. Спасибо за хорошие, добрые комментарии. Спасибо за то, что участвуете в нашей жизни. Да, мы для вас. Да. Ну, в общем, а у нас, в общем-то, все, жизнь налаживается, да? Все хорошо. Мы не унываем, мы всегда надеемся на лучшее, плохое отпускаем, а хорошее с нами всегда, и мы этим делимся с вами, чтобы вам тоже поднять настроение. Да, смотрите наши видосы. Вот как вы думаете, что я сейчас делаю? Маюсь от безделья, представляете? Ну, рабочие работают, дочка там пошла монтировать фильм. А я думаю, привыкла я что-то готовить, но готовить на данный момент пока ничего не нужно. Кое-что дочка должна мне прикупить из продуктов. И убирать ничего не нужно, потому что работа продолжается, пыль еще продолжает лететь. Вот когда рабочие уйдут, тогда я что-нибудь как-нибудь где-нибудь приберу. И, в общем-то, хочу вам быстрее смонтировать видео, но я его еще не сняла. Я его продолжаю еще для вас снимать. А, кстати говоря, что еще я хотела сказать, что нам пояснил электрик. Я-то думала, что штробить он будет стены. Оказывается, ну, штробить он будет немного, но по потолку будет пропускать этот кабель. Потому что на кухне, так как много электроприборов будет подключаться, будет усиленный кабель. И там, где у нас стоит щиток, пока вот в коридоре, но он такой небольшой, там на 4, на 5 вот этих вот пакетников, да, но уже большой мы туда поставим. И те провода, которые будут идти на кухню, будут уже усиленные провода, потому что здесь будет много электроприборов, которые берут энергию. И это, скажем так, из крупных приборов это у нас будет подключаться здесь холодильник, духовой шкаф электрический, посудомойка. Это из крупных. А из мелких это вот чайник, микроволновка, ну иногда мультиварка, кофемашина. В общем, такие вот мелкобытовые приборы. И здесь нужно будет на духовку и на посудомойку отдельно подключение делать. Ну, а розеточки, которые будут сверху, их просто будет больше, но тоже усиление будет провода. И все это проходит по потолку, а потом уже это закрывается натяжным потолком. Поэтому сказали нам, пока натяжной потолок не делайте, пока мы штробление не сделаем и не проводку не сделаем, как мы и планируем ее сделать. Но для того, чтобы на кухне уже знать точно, где именно будут располагаться розетки, нужно будет сделать дизайн-проект и уже расчертить буквально все до сантиметра, где что будет стоять и куда нужно будет эти ставить розетки, потому что на духовку, на посудомойку розетка будет уходить под столешницу, а те, которые для мелкобытового прибора, это будет уже над столешницей, их там будет по несколько штук. Ну, в общем, еще будем делать дизайн, потом только будет электрик. Ну, по крайней мере, человек пришел, все нам разъяснил, и те вопросы, которые у нас были непонятные, что-то мы не знали, что нужно делать, с чего начинать, уже, по крайней мере, что-то становится ясным. Спасибо этому мужчине. Девочки, сейчас сижу, читаю ваши комментарии, и вот меня уже несколько раз спрашивают, буду ли я с дочкой жить в этой квартире. Я хочу вам сказать, что я не планирую жить в этой квартире. Я люблю свою квартирку, маленькую, уютненькую, которую я обставляла по своему вкусу. Там мои вещи, там моя тишина. И вот та атмосфера, которую я создала для себя сама. Я люблю покой и уединение. Но тогда, когда я дочке нужна, я приезжаю и помогаю ей. И буду находиться здесь столько, сколько будет здесь нужна необходимость в моем присутствии. Как только у меня появится возможность смотаться к себе домой, я к себе домой с удовольствием смотаюсь. И буду там отдыхать. А вообще хочу сказать, по дому я ужасно уже соскучилась. Но не могу я поехать сейчас домой и все бросить, потому что
дочка не может разорваться, ей нужно там то Дыню отвезти в садик, то куда-то в магазин смотаться, что-то, чего-то докупить или еще что-то делать. Кто-то должен находиться дома для того, чтобы рабочие могли прийти, поработать, уйти. В общем, где-то помочь, там порядок навести или кушать приготовить. Так что мне совершенно не сложно помочь дочери. И пока это нужно, я буду ей помогать. А домой скоро поеду. Скоро рабочий закончит свою работу. Пока у нас будет перерыв с такими вот работами. Потому что, ну, в общем, сейчас у нас будет пауза, наверное, до следующей зарплаты. Здесь только нужно будет немножко разбирать вещи, но это уже дочка будет сама разбирать, свои вещи складывать, как ей надо, куда угодно и так далее. Вот. А я поеду на курорт к себе домой. Еще кому-то не нравится, что у меня трясется камера, девочки. Но это дома я на стойку поставила камеру, она стоит, не трясется. А здесь я держу ее в руках, наверное, у меня руки трусятся. Но извините, меня старая уже, наверное, потому что... В общем, ну, немножко потерпите, не все же трясется, не все видео, надеюсь. Стараюсь держать камеру ровно, чтобы не тряслась. Ну, как получается, ну, что я могу поделать. А стабилизатор покупать сейчас в наши планы не входит. У нас есть сейчас другие задачи, вот, куда нужно деньги вкладывать. Стабилизатор подождет. Я могу и на стойке поснимать, камеру поставить. Просто здесь вот стойку я вижу, там еще такую штучку надо вставить, не вижу. Но нужно освещение. Вот я вышла на балкон, вы меня хорошо видите. Поэтому я снимаю в руках, вот где-нибудь, как-нибудь, как получается. Ну, будет, все будет хорошо, жизнь наладится, не переживайте. Вот, плиточку уже положили, уже затирочку делают. Сейчас уже это вырисовывается, красота красотенная вообще. Скоро будем балдеть от красоты. Вот, а тут натирочку уже, эту затирочку, протирочку, в общем, натираю. Ну, в общем, уже все здорово, уже тут положили плиточку на стены, тут она уже ванна полностью. И вот на полу еще осталось там тоже предыдущий рабочий не застелил нам плитку, и он ее заделал, загадил цементом, тем, что он шпаклевал. Нужно было. Теперь нужно специальное средство для того, чтобы оттирать вот эти пятна, которые остались на плитке на полу. В общем, дочка поехала за этим средством. Вот еще одна проблемка. Но вот осталось еще плитку здесь потереть на полу, затирочку сделать. В общем, вот красотень неописуемая. Девочки, ну а на этом видео я сейчас хочу вот это завершить, для того, чтобы поскорее вам его выложить, чтобы вы могли его уже увидеть. А я следом начну следующее видео и буду снимать дальше, что у нас происходит. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока!